пришел не один. Американский конгрессмен Дэвид Джоли принес на заседание банку. И не просто банку, а с содержимым были в ней комары, которые считаются переносчиками вируса Зика. Вот так он решил обратить внимание на острую проблему. Демократы блокировали законопроект о выделении более миллиарда долларов на борьбу с вирусом. Это наша работа – заботиться о здоровье жителей нашей страны, защищать их от опасных насекомых. Потому, коллеги, я принес с собой эту банку. Вы ведь испугались? А, представьте, как страшно встретиться с этими москитами один на один, когда они не отгорожены от нас стеклом. Попугав коллег, Джоли их успокоил. Это наглядное пособие простых куколок комара он взял в университете Южной Флориды. В штате уже было зафиксировано 56 случаев заражения Зикой, а на борьбу с ней, по словам медиков, средств не хватает.